Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш новогодний концерт. Подожди, как же новогодний и без Деда Мороза? Неужели ты до сих пор веришь в Деда Мороза? Ну а как же? А кто же на Новый год исполняет желания, дарит подарки? Да. Ну что ж, давайте позовем Деда Мороза. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Здравствуйте, дорогие мои! Вот я и пришел! А где же внучка моя, Снегурочка? Давайте позовем ее. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, гости дорогие. Ой, сколько у нас сегодня гостей, а сколько детей. Вот, теперь это настоящий новогодний праздник. И по традиции наш концерт открывает всеми любимый, известный народный хор «Березка». Моя земля.
Это тебе. Спасибо. Но это же так калорийно. А ты посмотри состав. Белкова Елена, первая красавица, вторая красавица. Что это? Зато этот зефир не повредит твоей талии. Посмотри, гости-то сидят, ждут праздника. А мне тут снеговик в начале декабря елочку подарил. Серебряную. Хорошо. Береги ее, храни. А зачем? Есть сила в подарке, подаренном от сердца. Да и повзрослеешь, станешь снежной бабой. Будет потом что вспомнить. Спасибо, дедушка. Я помню все. Руки прикосновения, твой нежный взгляд, твой голос и слова. Благодарю судьбу за то одно мгновенье. Тогда любовь, как луч, сквозь жизнь мою прошла. Я помню все. Теперь мечтаю, и мне прошлого больше не жаль.
Маленькая,
сколько у нее внучок? Как нынче молодежь отдыхает, чем тешится? Да так, тусит. На дискотеку ходит, в клуб там. Интересно, а бывает такой клуб, чтобы в нем одни женщины? Конечно. Женский клуб называется. Интересно, чем это они там занимаются? Вот бы посмотреть одним глазком. Дедушка! Дедушка, как тебе наш концерт? Нравится? Хороший, нравится. Ой, и гостям, наверное, нашим нравится. Сидят вроде, не уходят. Ой, что это? Что это, дедушка? Спокойно, дамы. Это всего лишь Бэтмен. Кто? Бэтмен. Человек-летучая мышь. Дедушка, ну что это за сказки? Какой еще человек-летучая мышь? Это не сказки. А басни, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Полевка мышь, мечтая стать летучей, дошла в своем стремлении до падучей. Она и так на колос влезет и прыг с него, и о полетах грезит. До забытия
Да хлюпанья подмышки завидует она летучей мышке. Пустое все. Но вот профессор Крот дает совет, как опытный пилот. Тебе, чтобы летучей мышкой стать, вниз головой полгода нужно спать. Вниз головой? Но ваш прием кошмарен. Так поступали Чкалов и Гагарин. И как летали! Этот аргумент на нашу мышь подействовал в момент. Она, вздохнув, вдевает в петлю лапки и зависает, тычась носом в тапки. Сентенция про ползать и летать знакома всем, умеющим читать. Ой, дедушка, мы вот с тобой все тут на концерте, а как же наших зверей в лесу без нас поживают? Неплохо поживают. Заявила белка кролику из норы, что номер 5 надо делать аэробику, чтобы от жизни не отстать. С той поры несчастный кролик потерял покой и сон. Трёт мохнатый лапы лобик, но понять не может он, что такое аэробика. Thank you.
что праздник в полном разгаре. Дедушка, ты все еще доволен? Ну что за праздник? Где стихи? Где дети? Сейчас все будет, мальчик. Агния Барто, стихотворение «Цирк» исполняет мальчик. Цирк, Агния Барто. Мы сегодня в цирк поедем, на арене нынче снова с дрессированным медведем укротитель дядя Вова. Цирк не имеет от восторга, хохочу держать за папу, а медведь кричать не смеет, лишь сосет потешно лапу. Сам себя берет за шкирки, важно кланяется детям. Да чего ж забавно в цирке с дядей Вовой и медведем. Ой, посмотрела тут недавно фильм про любовь. Понравилось? Как называется? Матрица. Да ты что, это же культовый боевик, даже нас в лесу увидели. Там сплошная стрельба, погони, взрывы. Нет, любовь — это когда на кухне от лечащей сковородки уворачиваются. Но это уже какой-то кухонный боевик. Посмотрим. Давай. Как пропал? Да, господин министр, это уже вопрос национальной безопасности страны. Хорошо, да, есть, господин министр. Мы непременно отыщем его, хорошо? Алло, Джексон? С президентской кухни пропал кетчуп. Обед президента через 2 часа. Мне нужны твои самые лучшие люди, немедленно. Телекомпания 20 век Фокс представляет. Фильм производства Miramax Studios в ролях. Сильвестр в столовой. Жарко, братан. Вкус ли? Гречки Чан. Бросить. И пьяный рис. Итак, я собрала вас здесь по срочному указу президента. Чрезвычайная ситуация. С президентской кухни пропал секретный ингредиент. Как вам известно, от секретного ингредиента зависит психофизическое состояние нашего президента. И под угрозой поставлена национальная безопасность страны. Задание вам – найти этот кетчуп. Срочно, в течение 2 часов. И еще одно условие. Деньги получит только тот, кто принесет этот кетчуп. Удачи! Спокойно, ребята. Я сделаю это. Я всегда работаю один. Вообще-то у тебя ничего не выйдет. Спокойно. Понял? Ты никуда не пойдешь.
Я думаю, знаете, ну не ссорьтесь, ребята, все нормально. Я справлюсь. Все, я пошел. Куда? Постой, коротышка. Куда ты собрался? Нам деньги тоже нужны. Да. Это миссия для избранного. Прорицательница говорила мне, что настанет этот момент, и он настал. Знаете что, ребята, мне кажется, у меня такое ощущение, что я попал просто в детский сад. Ну, я тут подумал, вот если деньги достанутся только одному из нас, так, мне достаточно 10%. Я выхожу из игры. Постойте! Так у нас ничего не выйдет, так мы только перестреляем друг друга. Давайте действовать сообща. Я думаю, что наша пропажа на кухне. Давайте начнем с нее, за мной. Все за мной. Как тут темно, черт возьми? Кто-нибудь включит свет? В чем дело? Все чисто, заходите. Это же был обед президента, говорил же, не толкайся. Что же теперь делать? У нас нет не только секретных ингредиентов, но еще и обеда. Что же делать? Эй! У него кетчуп! Держи его! Внимание персоналу кухни до обеда. Президента осталось 10 минут. Черт возьми, да что же нам делать-то? Обеда у нас нет, кетчуп у нас есть, но зачем нам кетчуп без обеда? Ну и ну! Спокойно, ребята. Кажется, я знаю, что нам делать. Одну минуту. Алло, Апок! Мне срочно нужен подробный план этой кухни. И поварную книгу, второе издание. Что, есть только третье? Хорошо, давай третье. Жарко, братан. Там. Вторая полка. В третьем ящике справа от тебя. Кастрюлю там. Давай сюда.
кажется, готова. Ну-ка попробуем. Так, чего-то не хватает. Ага. Слушай, гречки, подай-ка соль. Ну, теперь и годится. Внимание персоналу! До обеда президента осталось 10, 9, 8. Срочно уходим, сейчас президент будет здесь. Все готово. Господин президент, проходите, пожалуйста. Приятного аппетита. Генеральный продюсер Крис Картер. Музыка Сильвия Морриконе. В ролях снимались Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Гречки Чан, Брось пить, Пьяный рис и другие. Да, господин министр, да, все в порядке. Операция успешно завершена. Но они просят только об одном одолжении. Они просят перечислить всю сумму на счет какой-то общественной организации. Да-да, ну все бы ничего. Но эта организация, она находится... где-то в России. Сидят, не уходят. Хорошие-то какие, внимательные. Дедушка, можно нескромный вопрос? Можно. Скажи, сколько тебе лет? Ой, не помню, внученька. А то многие дети спрашивают. А еще скажи, дедушка, а память у тебя хорошая? Ой, хорошая. Ой, здорово. А как ты ее тренируешь? Автотренингом. Это как? Все время повторяю. Не забывай, не забывай. Oh,
Снегурочка, представляешь, так торопились сегодня на концерт, что даже зарядку сделать не успели. Ой, зарядка? Это как? Что это? Это как от розетки елочные гирлянды заряжаются? Ну, практически, только для тела. Но знаешь, такие движения делаешь, а потом тело весь день полно энергии. Какие волшебные движения! А молодежь тоже такую зарядку делает? Может быть, поэтому она такая энергичная? Возможно. Давай посмотрим. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезающий, если же пока еще гимнастика. Общий укрепляющий, утром отрезающий, если же пока еще гимнастика. Позитивный рэпер. Сонеты.
передо мною вот диво стоит Джульетта. А где моя рапира, Монтекки, Капулетти? Как у Ромео крылья рождают комплименты. Мгновение застыло, слились все элементы. И тогда очень мило вдруг улыбнулась мне ты. Мечты мои ожили, руками ищу букеты. Вдруг понял, что увидел восьмое чудо света. Мне в жизни когда-либо, без сомнений тени, встречать не доводилось, прелестнее феи. Свое решение приняв и запасясь терпением, включив свою бдительность, я начал наблюдение. Боже, как любопытно, какое притяжение! Мы вместе мало были, но как щедры мгновения! Присматриваюсь издали, накапливаю мнение. В плен я попал, ловлю себя на мысли. А может быть капкан? И как теперь я вырвусь? Теперь покой не мыслим, растат вперед смелее. Если хочешь большой, но чистой любви, просто намекни, подмигни одним глазом. Если двумя подмигнешь разом, боюсь, что от счастья сразу потеряю разум. И я хочу под окнами тебе петь серенады. И я кричать готов громко, что мне так мало надо. Мне нужен блеск твой огненный, магического взгляда. Он мне подарен Богом. Опа, вот это награда. Честно, я до сих пор от такого расклада в состоянии шоковом, оклематься бы надо. А вокруг щебечет птах из райского сада. И может я сбрендил так, но меня это радует. Падают, даже если осенние листья. Все равно в душе звучат песни, обретаются смыслы. С утра радуюсь весь день, взбудоражены мысли. Распахнуты двери, и между шагами быстрыми целые лестницы, клумбы, фонтаны. Даже скульптуры и памятники из камня выступлены. Не поверишь, во все это рвение, радостное неистовство, искренне пробуждается едва на мгновение, твои глаза вспомни искристые. Способна ли на этот шаг быть со мной рядом? Светить мне, как маяк, где бы я ни был и когда бы. Идти со мной вперед и сокрушать преграды. Взгляни на небосвод, почувствуй, ты смогла бы. Возможно, мои мечты, избыточные грезы, иллюзии, пустые миражи, но все же они тобой подняты из глубины души. Гневный красотка, чтоб не питаться ложью, пойми, в одиночку невозможно наполнить колодцы любви. И если на слова мои твои струны не звучат, увы, мгновенно над землей паря, исчезну я навсегда таким, как будто не было меня, твои оставлю сны, недолго в памяти храним, растая я, как легкий дым, ты вслух лишь нет произнеси, готов исчезнуть в тот же миг. Если в сердце глухо, как в танке, прошу, красотка, не томи. Если тебе не видны мои птахи, скорее от сомнений освободи. И озари мою жизнь ты намеком взаимности. И озари мою жизнь ты намеком взаимности. Несмотря ни на что, тебе я благодарен. За светлых чувств букет, от тебя я в ударе. Он твоим взглядом соткан, наполнен летним солнцем, любезно мне подарен. Должен быть задан главный вопрос напоследок. Будешь моей леди, от сердца прими сей цветок. Спасибо тебе, на этом все. Дорогая! Да, дорогой. Давно хотел тебе предупредить. Если у меня тюбетейка, вот так, можешь меня обнимать, целовать, любить. Но если у меня тюбетейка, вот так, то посуду сегодня мою я. И где только они такому учатся? Сила женского тайчи. Потоки воздуха. Легко струятся.
будущем, и наше назначение — жизнь на земле сберечь и силу любви, добра ваши сердца зажечь. Объявляем вечер ностальжии. Горит камин, мерцают свечи, торжественностью миг дрожит. Мы ждем гостей и предвкушаем встречу. Они придут, воспоминания миражи, и теплой шалью лягут нам на плечи. Love story прежних витражи наивности уколом душу лечат. Сумраки зала музы летают, звуки аккордов над ними витают. Сердце само здесь поет, воспоминание вдруг оживет. Встречи, прощанья, надежды, любовь, и серенаду услышишь ты вновь. Как они от меня
случится, дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, и гаснет свет, и никого со мною рядом нет. Цветы роняют лепестки на песок, никто thank you.
нашел тебя, и опять навек теряю в сердце у тебя другой. В сердце всем не хватит места, ждет тебя твоя невеста, к ней иди скорей на руку мой. Мною ты всегда играла, была душою холодна, виновна в том, что все пропало, только ты, только ты одна. Упреки наши не помогут, ушла от нас любви весна. Мечты о ней вернуться могут только в снах, лишь только в снах. Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось? Хэви-металла. Как становятся Дедом Морозом, я знаю. А как становятся королями? Королями не становятся. Королями рождаются. Родине, каждый рожден королем.
родине каждый родил королем. Служим тебе и родине каждый родил королем. Дедушка, еще один нескромный вопрос можно? Да, внученька. А ты герой? Не знаю, внученька. Ну как же не знаешь? А помнишь, как ты зайца с дерева снял? Упавшего совенка в гнездо положил? Браконьеров навсегда напугал. Не помню, внученька. Так человек забыл, что он герой. Надо напомнить. Человек, ты забыл, что ты герой? Глаза и сердце свои открой. Наполни теплоты земли просторы. Подумай о земле, будь для нее опорой. Стремись, трудись, иди вперед. Возроди себя и свой род. Ты можешь все, ты безграничен. С людьми будь добр, не безразличен. В твоих глазах сияет свет. В тебе вся сила мира, надежда и рассвет. Тимофей, вот скажи, ты когда-нибудь клад видел? Конечно, в книгах, на картинках много раз видел. Ну это и я видела. А настоящий клад ты когда-нибудь встречал? Да. Я тоже хочу посмотреть. Конечно, Оля. Итак, встречаем. Клад. Клуб любителей активного долголетия. Храни в душе отвагу, не падай духом никогда. Оля, вот скажи, тебя мама как перед свадьбой напутствовала? Ну как, говорила, чтобы я мужа не баловала, чтоб по дому помогал, деньги в дом приносил. Угу. Чтоб кормила да не перекармливала, хвалила да не перехваливала, тогда будет и деньги приносить, и по дому помогать. Ну и как тебе? Помогает? Ох, мамочка! Ну
дедушкой. Ну, мамочка! Шила платье белое, и завитку делала, от любви кружилась голова. А подружка Зиночка перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. А зачем на просеке улыбалась курсники? Ну, мамочка! Зачем? Я сегодня вечером градскую встретила. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. А зачем Сереженька села под березонькой? Ну, мамочка. А вот зачем? Кубусы в магазине я покупала синий, платок зеленый, как трава. Ну, а твой миллионочек убежал в колюночке. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. А потом под яблонькой целовалась яшечка. Ну, мамочка, все в меня. Говорила мама мне про любовь обманную. Да напрасно тратила слова. Затыкала уши бы и меня не слушала. Ну, мама, мама, ты же все же была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. С Коленькой, Яшенькой, Сашенькой и Сашенькой. Ну, мамочка, а ты как думала? А не прокатится ли нам на саночках, дочка? С Петерков? И не только с ним. Дедушка, что-то замерзла я совсем. Ветер холодный, сильный, завьюжил все вокруг. Да, разыгрался не на шутку, брат мой, повелитель ветров. Надо праздник спасать, вон уж гости наши, нас и варежки прячут. Попробуем-ка песней душевной его успокоить. Под покровом темной ночи, когда вокруг все спит, слышишь голос ты во сне, то зовет твой дух, он как ветер в парусах поведет тебя там, где молитву, расскажи свече, что верен ты навеки только лишь одной мечте. Если вдруг попутный ветер стих, не грусти, удачу призови, сделай шаг. Кто сломался, кто устал.
это еще не все. Ну, надо знать, конечно. С горок катятся детки в салазочках, а большие на лыжах бегут по такому лесу без прикрасочек. С удовольствием гуляет весь народ. Вы замечательно показывали, хорошо, молодец, молодец. Вам понравилось, да? Да, конечно, ну, ужасно. Я же говорю, что я развела. Ну, конечно, но так он, я не знаю, вы неправильно все, да вот как-то стереотип-то у тебя все, вот, ну, белочки, там, висок, это что? Все вот, надо развивать свое восприятие, вы не понимаете вообще, что? Вот я, вот сейчас вы увидите. Вы, конечно, от зависти в такой красоте, мои девичьи, конечно, не похвалили меня, какая красавица. Но вот я не успели просто, так же с красавицей. Да, конечно, вы это не успели, знаю я ваши мрачные мысли на мой счет. Ну, хорошо, ничего. Сейчас, извините. Вот тут у меня. Ну да. Ну и что ты? Я занялась новой методикой, называется волшебное движение. Ведь как? Это я делаю всякие перевернутые позы. Позы? У меня меняется мировосприятие. Вы себе не представляете, как это положительно? Сразу восприятие. У меня сразу улучшается осознавание. Там все так хорошо. Я сейчас вам покажу. Ну, подождите, подержите. Аккуратней. Позы не в нашем возрасте уже. Для начала надо вот так у тебя красиво. Вот так оглашиваю одну ногу. Ой. Что от ней? Открывается у тебя. У тебя все время что-нибудь открывается. Ну, а конечно, не то, что нет. А открываться-то должна. Душа должна. Ой, кто говорил про душу? Все видно, какая у меня душа. Я не знаю. Душа у нее. Это у тебя не душа, а кое-что другое. А душа. Что другое? Душа, а что вообще? Душа, она поет. Поет душа. Душа должна петь. И песни должны быть такие вот, чтобы душа разворачивалась о любви. Это на чем? Себя странно. Да, дедушка, волки подобрели, зайцы осмелели, ну а хитрая лиса правду говорит в глаза. Доктор наш, медведь Шатун, полюбил катать цигун для гармонии во всем. Вот уж дружно заживем. Thank you.
Илюша, а вот скажи, ты привык, наверное, к холодам, к морозам. Тебе у нас тут не жарко? Да, вот софиты. Упрел я совсем под бородой-то. Может быть, на свежий воздух выйдем? Пойдем на улицу выйдем. Пойдем. Там, небось, оклемаешься. Солнце немо, девки голосистые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Матушка родная, дай вам и холодный сердце мое, аж кидаем жар. Раньше гулял я в зеленом саду, пойду. Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду. А теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые пляску хотят. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом громким я им подпою. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом громким я им подпою. Матушка, слышишь, соловушка поет, это под горою пляска идет. Детки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Детки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Женщинам цветы. Ну, женщина сама, как цветок, при должном уходе расцветает, становится краше с каждым ласковым словом. Ну, тогда я знаю таких счастливых и обласканных женщин. Давай с ними познакомимся. Давай. Thank you.
мороз отморозил красный нос. Но зато на Новый год детвора меня зовет. Частушки, веселушки! Не переживай, в любом случае мы выбираем жизнь пользительно и хитро. По капле это на капле, а нам подставляй ведро, а нам подавай открыто и встанем во всей красе. Не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все. Я уже выбрал свободу. Огонь пылает в груди. Слава. Слава Богу! И знаете, я не один. Одна из легенд гласит, что его придумала женщина, увидев поединок журавля и лисицы. Да, и благодаря ему Брюс Ли получил мировую известность. И от этой вечной весны веет силой и мудростью. Выступает школа Баранова Владимира Васильевича. Направление Пинчунь Тинводао. Старший тренер Рябов Валерий Анатольевич.
душа. Славься, матушка родная, славься, русская душа. Через дебри вековые, сквозь далекие края, скажем дружно: славься, 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 родина моя! Подходит, но в дверях уж Новый год. Мы желаем вам удачи, что с собой он принесет. Будет радость в сердце вашем делать вас сильней и краше. Сила будет вам дана на великие дела. Каждый день и каждый час будет праздником для вас. Верьте в чудо и в себя, созидая и любя.